Итак, вот вход в аэропорт Джулиани. Вот я в него вошла. И сейчас иду на регистрацию. Вот так вот выглядит аэропорт Джулиани. В одну сторону окна. У меня рейс 15:52. Регистрация в 4-5 окошечке. Сейчас я пойду и займу очередь. Мне повезло. Очередь 4-5. Окошечко небольшая. Всем привет! Сегодня я лечу в Турцию, в Измир. И иду на регистрацию. Ну вот, у меня в 4-5 окошечке было без очереди, и я поднимаюсь сразу вот на второй этаж. Хочу сказать, что в 2:15 начинается регистрация, а сейчас уже 1:55. То есть я приехала за полчаса до посадки. Поэтому, короче, классно. Нечего сидеть в аэропорту 2 часа. Ну, и ехать мне ночью, когда нет пробочек. Это все. Вот мы идем сейчас на посадочку. Нечего мне сидеть. Ну, в общем, я иду проходить контроль. Вот так вот, как всегда, это все. И вот туда мне надо будет прийти. Итак, я прошла паспортный контроль. Вот в одну сторону уже идет посадка, регистрация на какой-то рейс. И можно сразу вот пойти через duty free, что мы и сделаем. Посмотрим, какие цены в duty free. Вот 12-16 евро. Здесь все цены в евро. Шампусик такой за 8 евро есть. Ну вот, в общем, такой. Ой, какие золотые бутылочки. Прикольненькая. Мартини по 14. Вот. Вот разные вина. Вот. Ну, должно быть же и наше шампанское. Моя кума покупала здесь шампанское по 5 евриков. Ну, наше украинское, артемовское и крымское. Ну, мы считаем его нашим. Хотя крымское шампанское уже не наше, к сожалению. Вот коньячок такой по 16 евриков. 18. Ну что ж, вышла я с duty free. А вот в одну сторону duty free можно посидеть. У меня gate 5. Здесь вот кафешечка. Ну, я, слава богу, не голодная. И пойдем искать наши gate 5. В общем, это аэропорт Джулиани. Прогуляемся со мной. Вот. Кафешечка. Все можно перекусить. Водичка 1 евро стоит всего лишь. Вот такая кафешечка. Вот. А гейт 5 показывает, что надо вверх подняться. Ну что ж. Поднимемся вместе. А нет. Вот. Ха-ха. Как я смотрю. Вот гейт 5. Ворота мои гейт 5. Все, значит, мы здесь вот будем. Регистрация начнется через 6 или 5 минут. Здесь мы припаркуемся ожидать. И тут еще есть duty free. Посмотрим, что здесь. Смотрите, какую я нашла. Вот интересные такие. Текила. Так оформлена в таких штучечках. Это, в общем, вся водочка у нас. Такая текила 41.38, левая 3-4 еврика. И вот, смотрите, Бомбей. Очень красивая. Шафира. Джину коррупции Бомбей. 22 еврика. Очень красиво. И такой же есть вот Бомбей просто. Без коробочки за 17 евриков. Типа по скидочке. Ну, люблю я, конечно.
немножко. Джек Дэниелс по 20 евро, это 300 гривен. Литровый и 15,05. 15 евро, мне кажется, это хорошая цена, может быть, и нет. Ой, какие красивые коробки выпивки. Я вообще-то выпивку не очень, но мне так нравятся красивые коробочки. Вот такие, 90,82. Это 1 литр. Это виски, что ли? Гленфаррес. Виски, да, это виски. Вот так вот. И здесь вот тоже виски маленькие. 10, 12, 13 евро. 8 евро виски. Это в самолет, если кому надо далеко лететь, наклюкаться. Хочу еще показать сладости. Вот эти конфетки Дамиор очень вкусные. Можно взять на подарок. Вот эти конфетки вот за 9 евро. Такая красивая рука. Они тоже очень вкусненькие. То есть можно брать на подарки. Ну, орешки, это все понятненько. Вот такие леденцы. Это вот шоколадка, известная фирма. Рассказывать не буду, все знают. А вот, ну, марципанчики, вот, как бы, Моцарт. Это еще такой вот, и смотрите, в виде. Это туфтина. Ой, какие конфетки. Ой. И, конечно же, Ферреро Рошен. Как это без него? Но Ферреро Рошен, они очень вкусные. Вот в этих коробках конфетки очень вкусные. А гейшу я ела. А вот, наверное, ее многие кушали это давно, вот эти конфетки. Вот эти коробочки желтые, тоже вкусные конфетки, я их тоже ела. Вот эти две коробочки не ела. Это мармеладки, мармеладки, вкусненькие марципанки. Хочу сказать, что вот эти вот очень вкусные милки, большие, вкусные, очень вкусненькие. Они всего лишь по 4 евро. В магазине они где-то по 3 евро. Ну, Баунти, Твиксы. Это все понятно. А вот. А здесь вот киндеры такие вот веселые. Забавные. Вот киндер. Вентилятор прикольненький. У нас такой был лет 5. Уже сломался, не работает. И такие вот. Привет, привет. Ну так, покажу туалет. Вот такой вот. Привет, это я. А вот с пакетиком с детьми. А вот. В общем, такая сушка. Работает. Подставляешь, лежит. Но тут надо вот так вот нажать. Не уважаю пассажиров. Я прошу вам до выхода на посадку или так пассажиров рейса. 15.52 авиакомпании «Багатый», который прямой до Измира. Посадка в это мой объявление. Это через выход номер 5. Ну, в общем, туалет такой симпатичный, красивенький. Посмотрим, что тут. О! Ну, тоже вот, смотрите, даже можно взять, изменить себе. Так что? Ну, подергалась, подергалась, и, короче, не крутится. Наверное, бумага застряла, ладно. Ну, зато кнопочка.